Здравствуйте, мы продолжаем разбирать грамматику по учебнику Grammar Way. Книга первая, глагол to be, урок четвертый. Делаем вместе следующее упражнение. У нас есть тут табличка, есть вопросы. Используя табличку, нам надо ответить на вопросы. Посмотрим, что есть в таблице. В этой колонке у нас имена Paul, Rosa, Chin, May. Здесь страны, из которых они приехали. England, Italy, China, China. Это их возраст. 34, 30, 25, 25. А это их профессия. Writer, писатель, actress, актриса, teacher, учитель. И здесь опять учитель. Вопросы. Where is Paul Rosa from? Откуда родом Пол и Роза? How old is she? How old is he? Сколько им лет? What is his job? Какова его профессия? What is her job? Какова ее профессия? Where are Chin and May from? Откуда родом Chin и May? How old are they? Сколько им лет? What are their jobs? Какая их профессия? Перелистаем ниже. Теперь нам нужно... Нет, это упражнение мы сделаем позже. Сначала мы ответим на вопросы. Where is Paul from? Откуда родом Paul? Paul у нас из Англии, поэтому мы отвечаем Paul is from England. Paul is from England. Ответим все про него дальше. How old is he? Сколько ему лет? He's 34. He's 34. What is his job? Какая его работа? He is a writer. He's a writer. Он писатель. Теперь переходим к Розе. Where is Rosa from? What? Where is Rosa from? Откуда Роза? Rosa is from Italy. Rosa is from Italy. Rosa из Италии. How old is she? How old is she? Сколько ей лет? She is 30. She is 30. И what is her job? Какова ее профессия? What is her job? She is an actress. She is an actress. Она актриса. Теперь мы спрашиваем про Чина и Мэй. Where are Chin and May from? They are from China. They are from China. Они из Китая. How old are they? They are 25. Им 25. They are 25. What are their jobs? Их профессии. They are teachers. Они учителя. They are teachers. И теперь мы можем сделать следующее упражнение. Нам нужно добавить is, isn't, are, aren't. Paul is from England. Paul is Англии. Он не из Китая. Не из Китая будет he isn't from China. Ему 34. He is 44 years old. Да, проверим, да, 34. He is 34 years old, sorry. He is a writer. Он писатель. He is a writer. Rosa. Rosa is from Italy. Rosa is from Italy. Но ей не 15, да? Мы помним, ей 30. She isn't 15 years old. She is 30 years old. She is an actress. Она не писательница. She isn't a writer. She isn't a writer. Chin and May are from China. Chin and May are from China. Они не из Италии. They aren't. They aren't from Italy. They are 25 years old. They are 25 years old. They are teachers. Они учителя.
Now write about yourself. Теперь напишите о себе. Например, I am from Russia. Я из России. I am from Russia. Мне столько-то лет. Например, 30. I am 30. Или I am 30 years old. И, например, я врач. I am a doctor. I am a doctor. Итак, мы сделали это упражнение. Переходим дальше. Здесь нам нужно исправить ошибки. Можем разобрать вместе тоже. Sarah and I am sister. Сара и я сестры. Но am это относится только к I. А здесь Сара и я это уже мы. We. Поэтому будет Sarah and I are sisters. Ben and Tim is at school. Опять-таки здесь не единственное число. Ben and Tim это они. Поэтому здесь будет are. Horses and cows is animals. Опять здесь не единственное число, а множественное. Лошади и коровы – животные. Are на месте is будет. England are a country. Здесь наоборот. England – это в единственном числе, поэтому будет is. Team are from America. И здесь team is from America. Так, и в 10-м упражнении нас просят вписать is, isn't, are, aren't и соответствующие личные местоимения. Alice is a teacher. Алиса учитель. Is she old? Она старая? No, she isn't. Нет, она не старая. She is young. Она молодая. Посмотрим, кто у нас следующий. Greg and Bob. Грег и Боб у нас. И написано, что они naval officers, то есть морские офицеры. Нам нужно сказать, что Грег и Боб являются морскими офицерами. Потом мы спрашиваем, дома ли они сейчас. Отвечаем, нет, они не дома, они на работе. Грег и Боб are naval officers. Are, множественное число. Дальше мы спрашиваем, are they at home now? Являются, если они на работе сейчас, are they at home now? No, they aren't. They aren't. Они не являются, не есть на работе. They are at work. They are at work. Они на работе. Следующий герой у нас George. George является бизнесменом. Judge is a businessman. Businessman. Он бедный? Is he poor? Is he poor? No, he isn't. No, he isn't. He is rich. Нет, он не бедный. Он богатый. He is rich. Он богатый. Дальше у нас музыкальный инструмент. И спрашивается, это труба? Нет, это саксофон. This is, то есть this is будет, a musical instrument. И вопрос, является ли он трубой? Is it a trumpet? Is it a trumpet? No, it isn't. No, it isn't. It is a saxophone. It is a saxophone. Это саксофон. И последнее на этой страничке задание. Мы видим рисунки. И нам нужно здесь опять вопросы-ответы составить. Первое сделано за нас. Относится это к автомобилю. Он старый. New. Новый. Old. Старый. Вопрос. Is it new? Он новый? No, it isn't new. Нет, он не новый. It is old. Он старый. Дальше у нас тут девушка-красавица и два прилагательных. Ugly – это уродливый, безобразный, и beautiful – красивый. Значит, мы должны спросить. Is she ugly? Она уродливая? Is she ugly? Так как она красавица, мы отвечаем no. She isn't ugly. She isn't ugly. She is beautiful. She is beautiful. Она красивая. Так, что у нас на третьей картинке? На третьей у нас баскетболисты.
И у нас следующий прилагательный short. Это короткий, tall, высокий. Поэтому мы спрашиваем, они низкого роста? Are they short? И отвечаем, no, they aren't short. They aren't short. Они не низкие. They are tall. Они высокие. They are tall. Дальше у нас и large. И два прилагательных weak, слабый, и strong, сильный. Мы спрашиваем, он слабый? Is he weak? Is he weak? No, he isn't weak. Нет, он не слабый. No, he isn't weak. He is strong. He is strong. Пятое у нас лошадь. И мы спрашиваем, slow, медленный или fast, быстрый? Is it slow? Is it slow? No, it isn't slow. No, it isn't slow. It is fast. It is fast. Он быстрый. И на шестой картинке у нас веселый человек и два прилагательных. Sad, грустный. И happy, счастливый. И мы спрашиваем. Только не пойму, это у нас женщина, но она все-таки женщина. Is she sad? Она грустная. Is she sad? No, she isn't sad. Она не грустная. She isn't sad. She is happy. Она счастлива. She is happy. На этом мы закончили разбирать данный отрывочек этой книги. Продолжение в следующих видео. Оставайтесь с нами. Успехов в изучении английского.